На футболе. Мы рады вам. Для вас сегодня с первых минут играют в следующем составе. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. В составе. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание. На футболе. Мы рады вам. Для вас сегодня с первых минут играют в следующем составе. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. В составе. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. На футболе. Мы рады вам. Для вас сегодня с первых минут играют в следующем составе. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. В составе. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. На футболе. Мы рады вам. Для вас сегодня с первых минут играют в следующем составе. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. В составе. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. На футболе. Мы рады вам. Для вас сегодня с первых минут играют в следующем составе. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. В составе. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. На футболе. Мы рады вам. Для вас сегодня с первых минут играют в следующем составе. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. В составе. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. Хорошо, атака развивается. И есть куда бежать ему дальше. Ох, какой момент он не использовал сейчас. Ну как же так? Да, похоже, он растерялся в этой ситуации и опустил голову. Галено.
снова на футболе. Мы рады вам. Для вас сегодня с первых минут играют в следующем составе. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. В составе. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. На футболе. Мы рады вам. Для вас сегодня хорошо. Атака развивается. И есть куда бежать ему дальше. Ох, какой момент он не использовал сейчас. Ну как же так? Да, похоже, он растерялся в этой ситуации и опустил голову. Галено. Снова на футболе. Мы рады вам. Для вас сегодня с первых минут играют в следующем составе. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. В составе. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки предельное внимание в защите. На футболе. Мы рады вам. Для вас сегодня с первых минут играют в следующем составе.